Основная цель на выставке – это, конечно, познакомить посетителей и участников выставки с нашими продуктами, с теми услугами, которые мы предлагаем. И, естественно, у нас есть некие коммерческие тоже цели. Это максимально эффективное проведение выставки с точки зрения последующих продаж. Мы стараемся привлечь большее количество наших потенциальных клиентов к нам на выставку, провести с ним какие-то первичные переговоры и в дальнейшем из этого получить какие-то заключенные контракты. Компания GS Nanotech – это самый, наверное, крупный в России производитель микроэлектроники, самые крупные предприятия, которые корпусируют микросхемы, пластиковые типы корпусов, QFN, VGA, LGA. Мы являемся частью большого холдинга GS Group. Компания полностью частная. Холдинг существует с 91 года. Вот буквально мы на днях отмечали 30-летие. А компания GS Nanotech, она существует с 12 года. Самое молодое предприятие в составе технополиса GS. Это частный кластер, который располагается в Калининградской области. Это несколько производств высокотехнологичных. Вот компания GS Nanotech – это одна из них. Мы корпусируем микросхемы, и это наш основной бизнес. Но помимо этого мы производим еще свои собственные изделия. Я немножко позже, может, о них расскажу. Ну вот на стенде мы представлены двумя компаниями. С нами еще рядом стоит завод цифровые телевизионные системы. Это тоже часть холдинга. И у нас такой сдвоенный стенд. То есть мы корпусируем микроэлектронику, а коллеги производят электронику. Различные степени сложности. Там поверхностный монтаж различных типов плат. Либо это какие-то потребительские устройства, то есть компьютеры, либо это серверные направления. То есть, в общем-то, у нас пул заказчиков достаточно большой. И все наши производства оказывают контрактные услуги по своему направлению. Мы в основном работаем на отечественный рынок, на российский. Здесь видны различные типы микросхем, которые мы производим. Это типы, размеры корпусов от достаточно маленьких, у нас 4 на 4 мм есть корпуса, есть более крупные, да, и, например, несколько лет, это вот такие вот накопители SSD-диски, полностью разработанные в нашей компании, микросхемы NAND-памяти, которые являются основной частью такого накопителя, мы производим сами, мы покупаем полупроводниковые пластины, сами утоняем режимы. Здесь вот видно, стоит пример пластины полупроводниковой. Мы их режем на отдельные кристаллы и корпусируем уже в пластиковую микросхему. По сути, получается такая отечественная микросхема, потому что она собрана в России. И потом эти микросхемы монтируются на печатную плату, которая вот находится в этом устройстве. Корпус также делает соседнее производство, еще один завод, который находится рядом с нашими заводами, завод «Пранкор», он производит металлопластиковые, либо металлические, либо пластиковые корпуса. Одно из новых направлений, которое мы запускаем в этом году, с июня месяца у нас стартует серийное производство светодиодов. Вот здесь можно увидеть примеры нескольких типов размеров светодиодов, которые мы собираемся производить. Также они уже тоже находятся в перечне отечественной продукции. Мы получили заключение Минпрома в этом году и будем предлагать эту продукцию для производителей светотехники. И скажу еще, да, что накопители также находятся в реестре отечественной продукции по 719-му постановлению правительства России. Соответственно, весь наш модельный ряд, который мы производим, а это уже порядка 15 различных моделей, мы постепенно переводим в этот реестр. Так что это является таким большим преимуществом для производителей отечественной вычислительной техники, компьютеров, серверов. Для них это такой дополнительный фактор, который, скажем так, увеличивает процент отечественности их финальных решений и изделий. Выставка «Экспоэлектроника» для нашей компании – это такая площадка, где собираются не только наши клиенты, но и поставщики, и мы вот в одном месте в очень короткое сжатое время можем охватить, скажем так,
всех наших потенциальных, возможных и существующих контрагентов с точки зрения закупки, логистики и конечной продажи продукции. Поэтому это очень удобный такой инструмент, вот, когда за несколько дней мы можем пообщаться и охватить весь спектр наших вот коммерческих и производственных отношений внутри коллектива. То есть такое, скажем так, профессиональное сообщество, которое здесь собирается, да, которое нам помогает решить очень много задач в одном месте в сжатое время.